немного поговорю по этой схеме. Вот тут идея такая, что вот этот заряжает этот конденсатор, и потом этот конденсатор вот через диод заряжает вот этот конденсатор. Вот когда, если тут не ставить никаких резисторов, и тут, тогда вот что получается. То есть этот сразу идет, это идет вот сюда, сюда, сюда. То есть обратная ЭДС как бы замыкается на эту катушку. Ну вот, на стоки, стоки транзисторы и импульсы идут. На эту скважину подобрал. Тут эта обмотка хоть тут так будет стоять, хоть поменять местами, все равно то самое тут будет. Вот у меня потребление 2 миллиампера. Вот отключаю вторичную обмотку от плюса. Вот потребление сперва подросло, потом заряжается этот конденсатор. Потребление падает. 3 миллиампера. Сейчас потом загорятся вот эти все диоды. Там до 40 с чем-то вольт он заряжается. Тут этот МБР решетки идет, он 45 вольт кажется. Потом он настолько-то и заряжается. Вот. Становится вот такая тут. Как бы на феррорезонанс настроил этой обмотки. Вот первичная обмотка, вот вторичная. Узкие импульсы подаются. Частота тут как бы феррорезонанс. Феррорезонанс — это простой резонанс. Только магнитная проницаемость нелинейно растет, поэтому получается феррорезонанс. Вот теперь замкну этот провод, один конец вторичной катушки на плюс. Вот какое-то как потребление будет меняться. Вот потребление стало 0. Светодиоды потухли. То есть этот конденсатор отдал всю энергию тому конденсатору. И вот он разрядился, и вот опять начинает расти потребление. Вот оно восстановилось. Вот опять отсоединил. Это набирается. То есть, если не использовать вот эти резисторы, то тут вообще невозможно найти этот резонанс. Вот, горели светодиоды. В общем, я как-то странно, почему тут так как-то странно сделано, почему бы не поставить вот на эту катушку, если тут уже прибавка есть, эту катушку просто тупо на диодный мост, и чтобы диодный мост заряжал вот этот конденсатор, и был бы самозапит. А светодиоды можно просто повесить его на этот конденсатор, и все. Непонятно. Можно тут немножко трансформацию изменить, например, это не 45 витков, это 15, это тоже можно 20 витков. Но это по сути просто не, сама катушка еще будет сопротивление прибавляться. Поэтому очень много не стоит мотать там 45, например. Но можно и 45, все равно немножко КПД ниже будет. Все равно выпрямляется. Не, ну просто
просто звездный мост не пойдет, потому что тогда и в прямом направлении тоже она будет самозапитать, и нужно только чтобы обратная ДС, потому что вот тут вот на этой схеме, я думаю, тут точки неправильно поставлены, это кто-то переставил точки, и она пошла по интернету, может быть, я сами переставил. Вот тут в оригинальной схеме должна быть точка, по-моему. Еще нужно нагревать вот эти резисторы. Какая-то ерунда получается. По-моему, зачем столько много этого трудностей этих создавать. Вот восстановилось потребление 2,48. Тут сколько-то светодиодов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 диода. Каждый по 2 вольта где-то. Можно просто замерить стоки, посмотреть, или просто есть прибавка по потоку. Ну, не поток, а по мощности. Тут питается 25, где-то 26 вольт. А тут 45 вольт где-то. Этот шоткий амбер светодиод, то есть диод. Это транзистор RFP46. Управление на транзистор питается от другого питания источника. 15 вольт. Этот транзистор не используется. Это для пушпула, для других целей, чтобы можно сразу применить сеть. Если понадобится, поэтому питание управление и на этот идет, поэтому это управление не считается. Еще можно показать, что будет, если теперь не можно показать, если сделать частоту ниже и импульсы подавать. Если закоротить вторичные обмотки, то получается резонансная частота колебаний просто вырастает. Так все нормально. Потребление никак не растет. Там колебания возрастают, частота их. Вот тут я запитал резистор 1,7 кОм. Точное значение 1,787 кОм. Вот потребление 20,8 миллиампер. Тут записал 24,7 вольт. Это вход, это получается 0,514 ватт вход. Выход 29,6 вольт на этом резисторе. Это посчитал 0,49 ватт. Получается неплохой КПД. Вот такие импульсы. Это на стоке. Сток снимается с транзистора. Это длительность увеличил. Но как бы вот тут закрытие как бы не очень быстрое, потому что это уже как бы феррорезонанс, то есть колебательный контур, он как в синус превращается, хочет превратиться.
общем, не знаю, как тут работает. Но эти резисторы, по-моему, очень важны, а без них тут вообще... Я когда ставил эти резисторы, когда пробовал еще на другом трансформаторе, еще непонятно, или нужен зазор, или не нужен. Вот на этом трансформаторе пробовал. Тут есть зазор. Там внутри уже есть, поэтому не знаю, может не подходит. Зазора, может, не подходит ферит. И когда поставил резистор, вот тут 1 кОм, тогда появились хоть какие-то колебания видны на первичной катушке. Слабенькие, если вторичную убрать, то они сильные. А когда вторичную замыкать без резистора, тогда пропадают всякие колебания. А если, конечно, ток очень большой растет, и хоть так обмотку вешать, хоть так, ток все равно очень большой, как... Смотрел видео, многие тоже это заметили. Что большой ток, потому что вот плюс идет, он идет уже не в конденсатор, он идет в этот диод потом через катушку, и минус идет обратный ADS тоже через катушку этот. Ну, и она тут как бы короткое замыкание получается. И впустую просто все идет. Никакой мощности нет. Просто ток большой. А ничего нет. Никакого. И на этом конденсаторе примерно то самое напряжение, как и на этом. Чуть выше, учитывая потери на этом диоде. Потому что с этого конденсатора плюс идет на этот плюс, а минус идет на этого минуса. Что, не знаю, что тут нужно увидеть, какой тут феррорезонанс поймать. Если, конечно, резистор поставить, так вот что-то можно будет увидеть, какие-то колебания, если импульс подавать. Но резистор — это же потери просто. Зачем его ставить? Лучше бы светодиоды ярче горели. Тут лучше бы эту обратную катушку, чтобы она поставить диод, чтобы обратная ADS этой катушки шла на плюс, на этот конденсатор просто, и все, его заряжало. Если тут прибавка уже есть от самого этого феррорезонанса, может, я думаю, тут как-то эти манипуляции этих емкостей, вот это все может, и от этого все происходит прибавка. Хотя не знаю, может и не так. Потому что, ну, так сложно делать, зачем, я не понимаю. Если можно просто диод поставить и обратный ADS на плюс завести, и все намного проще. Потому что трансформация будет все равно идти. Все равно никуда не деться. Поэтому почти вся энергия, что будет тут, она передастся на эту катушку. По-моему. Если особенно катушка на катушке намотана. Если рядом они намотаны, а как тут намотаны вроде бы рядом, тогда не так будет передаваться. Тогда может что-то и... получится как Мельниченко что-то. Особенно если есть зазор.
Как есть мнение, что тут не все ферриты подходят. Было бы хорошо тут маленький ваттметр какой-то бы купить. И тут это на входе и на выходе поставить. И просто крутить частоту, прогнаться по всей шкале частоте и где-то смотреть баланс мощностей входа и выхода. Вот я, может, поставлю резистор один он и покажу, как изменится осциллограмма. Пока же у меня вторичка нигде не подключена, тут ничего меняться не будет. Вот подключаю, проседает амплитуда на питании, и вон как тот ток поднимается на 105-106 миллиампер очень сильно, 107-106, надо вторичку, то есть от нее толку пока нет никакого. Как будто короткое замыкание происходит. Вот если концы поменять этой вторичной катушки. Ой. А я, может, не там ее подключил. Вот это плюс. Вот этот один конец вторично идет на плюс. Второй вот тут на идет, который на среднюю точку. Тут сдвоенный идет. Вот 58 миллиампер стало. То есть подросло потребление. Вот так присело немножко напряжение вроде бы. Амплитуда. Вот убираю. Всем теперь поменяю полярность обмотки. Пятьдесят восемь миллиампер, примерно то самое, 59. То есть как бы она ничего не меняет. Хоть так подключаю. Вот если я ее закорочу. Там на плюсе. Ой, ее закорачиваю, тоже никаких изменений нет. Тут можно тоже закрыть. Но на время сперва изменяется там что-то, потом восстанавливается опять.
а как бы немножко вот этот сужается как бы спад, потому что частота феррорезонанса или колебательного контура повышается. А так ничего особо не меняется. Может, покажу, что будет, если... А если резистор отцеплю? А без нагрузки там напряжение может сильно вырастить. Лед пробить. И лучше конденсатор отключу. Конденсатора минус. Теперь включу. Вот какие. Вот почти вот синус. Колебания, вот потребление 0,4 миллиампера. Там сколько было? 20 миллиампер. Вот как сильно уменьшилось потребление. Ну, теперь на холостуру и работает. Теперь вторичку, если закручу. Вот, когда закорачиваю, просто увеличивается частота. Потребление немножко подрастает до 1 миллиампера. Вот, пока тут синус. Близок к синусу. Нужно скважинность увеличить, потому что по его схеме там скважинность даже 55%, потому что работает в режиме том обратном. Это частота и регулирует. Скважинность поднимаю. Что-то вроде бы ничего не понимать, что-то и было максимально. А вот поднялось 0,67. Вот как изменилась амплитуда. Миллиампер. До максимума накручу, чтобы все как по схеме было. Все накрутил. Вот. Тут открывается, тут вот что-то похоже на синус, но не совсем синус, потому что, видимо, феррит имеет разную, то есть ферритопроницаемость разная при разной индукции, поэтому он не совсем линейно идет. Ну, в общем, попробую теперь частоту поменять и настроить на самое малое потребление. Один миллиампер, 1,2. Вроде бы в эту сторону растет потребление. 1,5 миллиампер. Он уже начинает искажаться. 1,8. Искажения идут. Значит, нужно в ту сторону крутить.
снижается потребление. 1,2. Вот на более на синус похоже. 1,1. Вот. Один миллиампер. Все, предел вроде минусти. Надо предел. Тут я увеличивал частоту. Значит, я подувеличиваю ее. А вроде бы дальше уже опять расти начинает. Вот это я настроил на феррорезонанс. На колебательный контур катушки. Ой, что-то не то. Поднимаю частоту. Вот. 6 почти миллиампер. Вот как поднял частоту. Так потребление выросло. Потому что это уже перебор переходит выше колебательного контура. Нужно ниже. Потребление падает. Повышается. Так, тут самое упадет сейчас. Дальше у меня регулятор не может регулировать. Нужна ниже частота, значит, нужно поменять мне конденсатор, вот этот, от которого частота зависит. Вот 10 миллиампер, тут теперь сильно низкая частота, нужно вверх уходить. Вот тут буду смотреть. А вот за раз покажу, какие тут колебания происходят. Вот это импульс. Этот импульс обратный АДС вроде бы. Вот этот импульс, вот. Потом вот идет это такой высокий импульс. Это импульс обратный АДС. Вот тут транзистор открывается. Открыт. Идет, закрывается, идет импульс обратный АДС высокий. Это ERF P460, поэтому там он 500 вольт, кажется. Поэтому у него такой высоковольтный импульс. Потом вот опять какой-то вот такой вот, как бы такой самый импульс. И потом вот частота феррорезонанса или колебательного контура. Вот, я вот был настроивший на эту около частоту. Вот. Продолжаю снимать. Вот повышаю частоту. Подстрочно. Вот падает потребление. 6 миллиампер, 7
И 3, 7, и 2, 6, и 9. Не знаю, или дотянет до той частоты, но должен вроде не дотянуть. 5 миллиампер. Уже снизился этот импульс. Я понял, похоже, в чем тут фишка. И почему без этого вот резистора не будет работать. Он тут обязательно. Тут можно один ом, а можно и даже и больше ом поставить. Вот, когда заряжается катушка. Потом идет обратно ЭДС плюс, ходит тут. Идет плюс тут. И тут, и он тут бы закоротился, но так как тут один ома сопротивление достаточно большое, а тут и намного меньше, как бы получается, тут, не знаю, может этого резистора даже лучше не ставить. И тогда минус вот как бы мог бы и тут пройти, но тут как бы сопротивление большое относительно, потому что очень тут очень резкий большой импульс тока, и он как бы тут много потерь не произойдет. А тут он тут как бы его почти что нет, как бы тут перекрыта дорога. Один ом это для него такого большого импульса тока как бы перекрывает дорогу. И он идет в этот конденсатор, допустим, ну и в этот. Может быть, в основном сперва в этот. Проходит через него, заряжает него, потом этот заряжает этот. И идет тут в минус, входит. И тут минус соединен, и входит в минус. Этот конец. Этот конец входит в плюс. Он очень так коротким импульсом, как бы быстро впихивает энергию в него. И вторичка не успевает как бы сработать. А потом уже, когда этот зарядился, он уже зарядился до выше напряжения, чем этот вот конденсатор. Допустим, на 13 вольт, потому что тут он, резистор, он тут не пошел, пошел, зарядил этот конденсатор. Ну и все заметили, что он заряжается, если тут, если вторичка отключена, потому что минус складывается с этими как-то конденсаторами. Ну и, как я объяснял, через этот проходит и сюда доходит до этого минуса, а плюс вот тут идет. А потом уже он может медленно вот плюс идти уже слабым током вот подпитывать уже через один ом резистор вот этот конденсатор. И тут уже не будет, ну тут как бы уже идет постоянно этот ток, а не импульсом каким-то сильным. Поэтому уже тут больших потерь на этом ом резисторе не будет. Тут, в принципе, можно было ставить и не резистор, может быть, а дроссель какой-нибудь индуктивный. Может, был бы тот самый эффект. Эту катушку, может, тоже можно было бы не мотать, вот тут, как трансформаторную какую-то, а взять просто где-то в воздухе, намотать, как бы дроссель дополнительный бы получился. А так, может, она просто мешает. Поэтому, когда вот тут получается плюс, тут минус, тут пока накапливается энергия, тут тоже плюс-минус. Если точки вот тут, как тут нарисовано, тогда плюс идет в этот конденсатор, минус идет как бы входит тут, входит в эту катушку. Ну, как-то
Непонятно, что тут происходит. Тут, видимо, точки неправильно. Тут плюс тут, а минус тоже. Тут как бы замыкается все. Вот плюс идет в эту сторону. Минус вот тут проходит. Минус идет через диод, потом через второй диод. Через эту катушку и замыкается. С плюсами как бы нету никакого толка. Поэтому тут, наверное, точки так неправильно ставить. Нужно тут точка. Если тут точка, тогда в прямом направлении она как бы нигде не сможет идти. Тогда тут появится плюс. Плюс тут диод упирается, не может идти. Все, тогда только в обратном направлении. Ключ размыкается, и тут становится плюс. Идет обратно АДС, этот идет в конденсатор. Минус там, на этот минус. А вот тут идет, тут становится минус, тут уже становится плюс. Минус идет через диод. Идет через этот диод потом. Идет через катушку. А плюс идет через этот резистор. Ну и как бы они замыкаются. Ну, в общем, как бы она лишняя катушка получается, вот эта вторичная. Просто можно было бы рядышком где-то дроссель намотать. Может, так было бы гораздо эффективнее. Потому что минус проходит через трансформатор, он тут не пойдет в этот вот обратный АДС вот этой. Вообще тут самая сильная обратная АДС пойдет через это. Это как бы совсем тут слабо передаст. Ну разве если зазор есть, тогда может как-то там немножко по-другому будет. А самая сильная пойдет вот через этот диод. Вероятно, она даже лишняя. Просто мог бы дроссель тут быть где-то рядом. Вот, минус идет. Ну вот, плюс идет, он тут 1 кило, 1 Ом резистор. Ну, в принципе, да, для него это... Тут повыше напряжение будет, для него этот 1 Ом может будет не такое большое сопротивление. Тут пойдет плюс в этот конденсатор, минус пойдет в минус. Может, как-то тут сложится напряжение. А с другой стороны, тут минус пойдет через этот диод, потом через этот диод. Пойдет через катушку. Пойдет через этот резистор. Через этот резистор, может, для них не такое большое сопротивление будет. Он как бы замкнется на этих резисторах. Как бы впустую все пойдет. Если рядом эту катушку положить где-то, тогда тут насыщается, потом идет обратно АДС, плюс входит в конденсатор. Тут плюс не сможет войти, тут диод упирается. И потом от конденсатора медленно идет через этот дроссель, если она тут рядом, катушка. Ну и потом тут можно резистор не ставить, зайдет в плюс. Как бы получится, что сама себе... А, не. Тут резистор нужен будет ставить, потому что если его не поставить, тогда... Вот, плюс пойдет сюда. Через дроссель. Нет, в общем, все-таки дроссель, он как бы... Имеет какое-то торможение, он затормаживает ток, и поэтому... Пойдет в основном в конденсатор только. Вся обратная АДС в конденсатор пойдет. А потом уже от конденсатора медленно уже через дроссель. Дроссель уже понемножку начнет расти ток. И он войдет в этот конденсатор, как бы и этот минус-минус, и зарядит этот конденсатор. Вот так.
когда будет выключено, потом опять включится. Только за это время как бы желательно, чтобы эти конденсаторов напряжения уже сравнялись. И опять этого резистора можно не ставить, перемычку поставить. Тогда если это рядом, дроссель просто стоит, потом опять заряжается. Плюс, но тут плюс не пойдет, потому что плюс в плюс как бы нет смысла идти. Потом идет, закрывается транзистор, идет обратно АДС. Тут маленькая утечка тока пойдет на дроссель, потому что ток как бы начнет расти. Он растет, если на воздушной катушке мотать, он вот так линейно растет. Линии. Если на феррите это дроссель намотать, тогда сначала меньше магнитная проницаемость, поэтому такой загибик будет. Как бы, ну, зависит еще от феррита. Сперва он так как бы быстрее будет расти, а потом медленнее, потому что потом магнитная проницаемость вырастает, он уже медленнее растет. Поэтому лучше на воздушный намотать. Он тут какой-то немножко и замкнется, пусть. Вот. Плюс через дроссель, минус как бы, но тут небольшое как бы замыкание произойдет. Он в основном идет в конденсатор. Правда, когда насытит эту катушку, потом от этой катушки тоже как бы немножко обратно АДС пойдет. Но так как он не сильно вроде бы насытит, это еще смотря какая частота. Все равно, так как тут больше витков, тут больше индуктивность получается, поэтому тут как бы сопротивление будет больше. Так что похоже, тут вот эта катушка могла бы рядом быть. Не нужно мотать ее. Ну ладно, теперь вернусь к этому месту. Вот 5 миллиампер. Буду поднимать частоту. Амплитуда меньше. Два миллиампера. А тут нет нигде никаких, ничего не можно увидеть. Где-то ферорезонанс, только по потреблению, они больше нигде потребление не менялось. Но как бы не было никаких таких дыр, где очень сильно нападало. Поэтому можно сказать, что тут вот единственное место, где ферорезонанс. А тут опять не хватает. Частоты немножко не тот конденсатор. Там была слишком высокая частота, слишком низкая. Там 2,2,2. Значит, вот 2 нанофарада, а тут 2,2,3. Нужно где-то 103 поставить. Конденсатор. Или каких 6-7-2, например. Сто два.
103. Миллиампер. Так, тут не знаю, теперь или слишком высоко, или слишком высоко, наверное. Опускаю, снижается ток. Какой-то вот эффект. Тут свист даже есть, тут нет свиста. Вот уже на синус начинает похоже. Вот 0,87 миллиампер. Вот феррорезонанс. Начал расти. Вот и начал расти. 0,87 самая малая потенциальная. Вот подключу конденсат. Он до 52 миллиампер, но он теперь упадет. Не упадет. Вот когда конденсатор подключил, вот явно видно, что вниз идет этот транзистор открыт, что вверху это закрыт. Вот прямоугольники, тут как бы ничего увидеть нельзя. Тут напряжение на нем. Интересно, какое. Вот вся энергия ушла в конденсатор и в резистор, обратная ДЭС. Сорок пять вольт, ничего себе. Значит, нужно ставить более низковольтные резисторы, а то это диод 45 вольт. Конденсатор 50 вольт. Этот диод, сейчас скажу, какой. МБР 1645. Вроде бы. Да, 16,45. Ну, теперь можно КПД рассчитать. Хотя тут нужно более низкоумный резистор ставить.
45 вольт на резисторе. И 50 где-то миллиампер, где-то 25 вольт. Резистор еще напишу 1,87 килоом. Сперва 45 поделить на этот резистор, и получится ток. Получается 25 миллиампер. И это умножить, сперва умножить на 1000. Ой, не умножить, поделить на 1000. И умножить опять на напряжение, получится мощность на 45. Получается 1,5 около ватта. Теперь 50 на 25. Получается 1,25 ватт. Вот выход, вот вход, примерно вот приблизительно одинаковые. Немножко вход больше, но КПД высокий. Но нет никакой прибавки. А там кто его сделал? У Руслана Колобухова, он там 10 ватт горит фонарик там. Судя по этому, там КПД должен быть очень высокий. Раз так фонарик ярко горит, 10 ватт даже. Вот я поставил резистор. Замерял его сопротивление 753 Ома. Вот я тут потребляемый ток, вот 111 миллиампер. Вот он уменьшается постепенно. А даже 110,9 миллиампер. Резистор горячий. На выходе напряжение на этом резисторе 44 вольта. 44,1. На входе напряжение 24,31 вольт. Ой, же он смердясь начинает, резистор нагрелся. Вот я это все записал. Получается, вот этот на входе, то есть на выходе 2,571 ватта, а на входе 2,698 ватт. Вот баланс небольшой, то есть КПД высокий, но прибавки нет. Вот диод Шоткин на 45 вольт, поэтому вот на выходе 44 напряжение. Когда я поставил более высокоомный резистор, то есть более низкоомный, сразу вырос ток был с тем резистором 1,7 килоом, был 50 миллиампер, с этим резистором стал
100 миллиампер, 111. Вот, и еще порегулирую частоту, и вот покажу, что теперь в таком режиме, когда работает, неважно какая частота. Вот, я подниму, допустим, ничего там не меняется особо. Отток 111,8, немножко подрос. Напряжение на выходе. Сорок два вольта. Немножко меньше. Контакт. 42,8 вольт. Трудно удержать. Ставлю. Что-то она тут прыгает. 44,1 вольт. Вот стабилизировалось. На входе 111,25 вольт. То есть миллиампер. То есть 112 миллиампер. На входе напряжение на входе 24,32 вольта. Резистор смердит уж горяченько. Вот, как бы я частоту теперь не меняю, тут уже никакие феррорезонансы не влияют, тут просто простые прямоугольники на стоки и стоки. То есть как бы вся энергия входит. Обратная D сходит, она как-то там сердечник там размагничивается или что-то там делает. Почему-то когда не была меньше нагрузка, тогда и меньше потребления было. Мой резистор смердит уже. Ну вот, поднял частоту еще. Вот, 113 миллиампер. Ну, немножко поднялся ток. Но напряжение на выходе, думаю, будет примерно то самое. Теперь снижаю частоту. Вот, снизь. 111 миллиампер. На выходе будет то самое напряжение. Я уверен. 44,1 вольт. Ну это в диод упирается. Он... Выключи. Он дымит уже. Резистор. Диод 45 вольт, поэтому не может больше уже выдать. Нужно тут каких ставить столом резистор, но просто греются не все. У меня даже таких и нет, вроде бы мощно. Может, параллелить придется. Хочется, чтобы было напряжение ниже, чем 45 вольт. Тут видно, что тут резист этого диод ограничивает такое напряжение. Не знаю, пока ничего не особого нет. Обычный АД снимается, никакой сверхъединицы. А на второй обмотке, думаю, там тоже ничего не будет, потому что вся эта обмотка первичная, она вся перегружена. Вот я включу
Там никаких искр на второй обмотке не будет, там ничего снять. Не, маленький вроде бы есть. Может и нет. Просто писк меняется. Вот странно. Вот подключил светодиоды. На них 47 вольт на конденсаторе, параллельно конденсатору. Вот это. Потребление 33 миллиампера, где-то 25 вольт. Вот этот резистор я поставил 1 Ом, а этот поставил 27 Ом. Может, у меня напряжение 26 вольт повыше. И мощность послабее, поэтому и резисторы послабее поставил. Вот такая амплитуда на стоке и стоке. Вот теперь подключаю вот 34 миллиампера. Подключаю вторичную катушку. А я на тот конец не подключу. Вот подключаю через вот 27 Ом резистор. Становится 340 миллиампер потребление, диоды погасли, амплитуда тоже уменьшилась. Какой смысл это подключать? 335 миллиампер даже через такой резистор. И эта вторичная катушка, тем более, столько самых, по всей видимости, имеет витков, как и первичная. Если я поменяю полярность, ничего не меняется. Все то же самое. Потребление так. Только такое самое потребление. И вот светодиоды теперь горят вот на сколько тут ватт? Где-то 1 ватт. Может даже меньше. Вот прямоугольники. Тут на любой частоте будет тоже такие самые прямоугольники. Вот когда этот резонанс там 0,9 миллиампер, это только на холостом ходу он такой маленький ток. А вот тут я кручу частоту уже, вот повышает. Ну, ток растет, но что-то очень сильно не меняется. Вот снижаю. Частоту ток вроде бы падает. 32 миллиампера. 31 миллиампера. 30 миллиампера. Ну, видимо, этот резистор ограничивает. Это что? Почему ток падает? Я не совсем понял. Вроде бы на ниже частоте. Наоборот, должен. Может как-то феррит сам размагничивается. 29, 28, 26, 27, 25, 24 миллиампера, 23. А 23, 22, звуковая частота 23, 22, все, накрутил,
Вот снизился ток. Странновато, правда. На ниже частоте как бы наоборот должен более высокий. Вот чистый меандр. Вот это верхушки, это видимо осциллографа щупа. Дефект, это там их нет. Ну и вторичку, если подключить, то ток вырастает опять на 358 миллиампер. Светодиоды гаснут. Так, 20 миллиампер. Вот когда поставил тут 2,2 Ома вместо 1 Ома резистор, тогда когда добавляю... Ай, нет, я забыл поставить 27 Ом резистор. Без резистора вообще зашкаливает миллиампер метр. За шкалу 400 миллиампер. Шкала 400 миллиампер, предел больше не можно. Вот с резистором подключаю 350 миллиампер. И амплитуда проседает. Вот 19 миллиампер теперь потребляет. Ну вот. Не. Вот уже начинает. Не. В некоторых местах вроде бы падает, в некоторых растет. А тут подрос. Немножко подкручу. Вот попал. Теперь опять растет. Видимо, на вторичной обмотке там какие-то колебания происходят. О, выключаю. Вот какие колебания идут. Видимо, это светодиоды, слишком большая нагрузка или что. Хотя... Когда тут напряжение подсядет, эти светодиоды вообще никак не будут участвовать, потому что они даже не гореть не будут. Посмотрю, что же на вторичке творится. Когда на первичке прямоугольники просто включаю. Вот что на вторичке творится. Вот когда попадаю в эти, тогда потребление падает. Когда не попадаю, растет. Ну, Роман вроде бы настраивал на феррорезонанс. У меня тут далеко от феррорезонанса.
Вот амплитуда растет, потом опять падает. И настроить, где она самая максимальная. Тут мы 19 миллиампер. Вот. Тут и самое малое потребление. Не, вот тут еще меньше. 19,05. Вот тут вот поднимается. Ну, в общем, это неправильно. Нужно настроить на частоту вот этих колебаний. Но правда, когда закорочу, тут оно все изменится. Когда вот вторичку закорочу, на плюс поставлю. Пропадает. Что на вторичке. Ну, это перед резистором. Вот потребление 19 миллиампер. Вот я вместе вторички поставил вот такой дроссель. Вот. Конечно, его индуктивность намного меньше. Должна быть, по-моему. И вот тоже через 27 Ом резистор. Вот буду к этому диоду подключать, к этой точке. Вот. Ну, тут может быть на плюсе резистор, или с этой стороны, или с этой. Тут, по идее, без разницы. О, я забыл, я когда ставил тут эти опыты предыдущие делал. Мы вот это 27 резистор, он, я когда подключал на плюс, я подключал вот на эту точку, а не на эту. Что я перед этим делал? Вот я вот тут подключал. У меня же вот этот резистор вот через 2,2 Ома резистор вот на этот плюс идет. Нужно на этот плюс подключать. Вот на схеме. Ну, пока ладно, на этот подключу, покажу, что вот происходит. Вот 385 миллиампер. То самое, что и как вторичную обмотку подключает, тот же самый результат. То есть, если бы была прибавка, тогда бы, по идее, бы вошел в этот конденсатор, и потом бы с этого конденсатора потом через дроссель бы пошел на этот конденсатор. Вот подключил как по схеме. Тут резистором 22 Ома. Тут потом будет 1 кОм пойдет вот на этот, на диод, только не с той стороны. Второй конец идет на плюс. Ой, второй конец вот, да, вот второй конец идет вторичной обмотки на плюс. Все как по схеме, только вторичная обмотка, только самый витков имеет, как и первичная. Вот первичная обмотка, вот вторичная. Потребление 25 миллиампер, на выходе на вторичный почти синус, это феррорезонанс, значит. Или ЛЦ-резонанс, но ферритопроницаемость меняется с насыщением. Поэтому это феррорезонанс. Если почитать. Вот почти синус. Так и должно быть. Употребление самое большое теперь на резонансе.
На других там до 9 миллиампер, тут 25 миллиампер доходит. Сайт. Вот тут 1 Ом резистор, как по схеме, вот тут он на этот диод подсоединяю. И потребление становится 260 моду 3 вольта. Но у меня неправильно, что у меня только самый витков на первичный и на вторичный. А тут витков на вторичный в 3 раза больше, но и индуктивность вроде бы растет в квадрате. Например, если 4 витка и еще намотать 4 витка, то будет не индуктивность. Например, мер бы была 10 микрогенри, то будет не 20 микрогенри, а будет 40 микрогенри. Так что тут очень сильно индуктивность вырастает, и тогда, когда этот плюс входит сюда, потом он спокойненько может по этому диодику войти, как бы не мешая войти в этот конденсатор. Вот как я подключил вторичку 260 миллиампер. Вот такие импульсы появляются вот на этом месте. Вторичной обмотки. Вот один конец вторичный, вот второй. Ой, нет, не там я подключил. Вот, вот тут. Вот один конец, вот второй. Тут ничего нет, тут как бы выправленное напряжение. Вот выключаю. Ничего нет на вторичной обмотке получается. Немножко поднимается напряжение и все. Так, а теперь 262 миллиампера ток большой. Теперь отключу вторичный мод. Включил, вот как амплитуда выросла. Синус на ней, вот теперь чистый синус. Там тогда был немножко не там подключивший. 200 вот феррорезонанс настроен, 24 миллиампера. Вот самая максимальная амплитуда. А не самая, там даже была. Вот примерно тут самая максимальная. Вот 21 миллиампера. Вот она очень сильно выросла, амплитуда. Даже 9 миллиампер. Нет, это 22 миллиампер. Но когда вот я берусь за дроссель, становится 9 миллиампер почему-то. Вот, и от резонанса уходит, видимо, я какую-то емкость вот в наш палец трогаю. От резонанса уходит. Так, теперь подключаю, и весь этот синус пропадает. Включаю, отключаю. Там вот и становится 257 миллиампер потребляемый ток. Тут я по-разному берусь, вот амплитуда то увеличивается, то уменьшается. Вот я возьму и подключу частоту, увеличится.
увеличивалось, когда частоту подкрутил. Теперь уменьшается, когда не трогает отход. Какие-то емкости воздействуют. Действует. Ну вот, светодиодный наряд, 21 миллиампер. Подключаю. 263 миллиампера. Ну вот, на 5 синус сделал, только диод поставил тут уже плюс, как по схеме. Ну вот тут касаюсь к этому диоду, где питается 12 вольт, я не помню, или говорил. Вот 262 миллиампера становится, все притухает. Осциллограф мерит на вторичной катушке, измеряет амплитуду напряжения. Так что я думаю, тут скорее всего это вот эта катушка просто как дроссель работает. Тут можно просто дроссель намотать. Вот опять. Тут вот точка должна тут быть. Вот сперва заряжается эта катушка. Ток идет тут. Потом идет обратная ДС, тут становится минус, тут плюс, складывается с напряжением питания еще. С этим конденсатором и заряжается этот конденсатор, по идее, этот. Вроде бы этот. Этого меньше сопротивления вроде бы. Он более пустой, поэтому, видимо, это будет больше заряжаться. Так, он заряжается. Так как тут эта индуктивность меньше индуктивность, чем этот, поэтому, по-моему, тут немножко будет быстрее происходить. Может и нет. Вот это как-то странно. А так Роман Акула говорил, что нужно как бы дернуть ферритики, как бы вот этот конденсатор, чтобы очень резко открыть. По-моему, это бред какой-то. Вот. И этот резистор вообще никакой роли, по-моему, играть там не будет. Просто просадку делает. Когда идет обратный АДС, это, допустим, медленнее работает, потому что пока магнитный поток передастся, он еще отстает, эта катушка. Допустим, быстро все зашло, ну, по сути, как бы упрощенно все. Все зарядило этот конденсатор, у него больше напряжения, чем на этом стало. Хотя, по идее, это не будет, потому что уже должна сверхъединица появиться, чтобы тут стало больше напряжено. Тогда вообще вот это не нужно. Достаточно тут сверхъединицу получить, потом можно преобразовать и подать обратно на питание. Либо через трансформатор сразу на питание. Ну, вообще-то тут питается, может, тут вот, тут он подпитку получает, поэтому тут как бы больше появится напряжение, он, если ему не будет хватать, он заберет отсюда. Это еще не успело. Идет, ну и как бы, если вся АДС передается на этот конденсатор, так тут получается никакой магнитного поля никакого не накопится, потому что она вся тут перейдет.
Потому что если это будет передаваться тут на минус, и тут на плюс. Ну тут вот он один ом резистор, тут ограничивает как бы ее все ходить. Ну она тогда тут обратная ДС заряжает как бы вот этот конденсатор. Но она по этому резистору тоже пойдет по этому. Но она как бы замкнется. Потому что эта индуктивность меньше. Вот тут становится плюс, а тут минус. А тут становится минус, плюс. Так она как бы сложится просто с этой катушкой и замкнется вот через этот один ом резистор. Ну как бы просто потери маленькие пойдут по ней. То есть как бы она никакого действия не будет делать. Ни в прямом ходе. В прямом ходе она вообще выключена, если тут точка стоит. Тогда тут становится плюс, и плюс просто в диод упирается. В обратном ходе она как бы закоротится на этот резистор, и на этот резистор пойдет тепловые потери. И потом за это время этот диод зарядит выше напряжения, чем этот конденсатор. Все, уже успокоились. Тут это разряжено и это разряжено, допустим. Теперь как бы транзистор выключен. И транзистор опять включается. Теперь транзистор включается. И за это время этот конденсатор, так как имеет больше напряжения, чем на этот, начинает через вот этот диод идти по этой катушке. Через ом-резистор, так как он уже тут медленно идет, нет большого всплеска, как бы, то тут потерь как бы меньше. И он уже может через резистор пойти и заряжает вот этот конденсатор. Вот минус идет на минус. Плюс через резистор тут уже, тут, так как тут не импульсно уже идет, хотя тоже вроде бы импульс. Там вроде бы прямоугольники. Если бы это подавали с короткими импульсами, но тут скважинность не регулируется. Тут даже 55% скважинность. Так что странно. Может, вот теперь нужно как-то повышать частоту очень сильно, чтобы как бы потребление упало. Еще непонятно, или зазор нужен, или не нужен, или и на двух половинках нужно мотать, или на одной можно. Или сперва одну намотать, а потом поверх вторую мотать. Мотать, вот как это мотать. Так, этот входит тут и заряжает как бы этот конденсатор, вот этот заряжает этот через дроссель, вместо этой можно просто дроссель поставить. Он будет сглаживать всякие пульсации, более ровным током получается заряжать вот этот конденсатор. Вот получается, без никакого трансформатора обратная ДС переходит обратно в плюс. Если бы не было этого резистора, тогда бы плюс бы пошел не в конденсатор, а пошел бы вот через диод, и тут бы сразу короткое замыкание было бы. Он бы пошел бы вот с этим минусом.
бы закоротился бы. И бы весь короткое замыкание бы пошел бы. А так это создает индуктивность, эта катушка, плюс еще один резистор. Хотя там эта индуктивность, как оказывается, недостаточно. Ну, если бы тут была бы просто катушка, может, было бы и достаточно. Хотя и, собственно, частота ее еще побольше будет. В общем, странно все. Ну, в общем, конденсатора, видимо, сопротивление меньше намного. Он идет в конденсатор, потом медленно идет. Непонятно. Почему? Потом он почти такой же скоростью должен пойти в этот конденсатор. Если нет, это будет как-то не очень вижу я логику вот этой схемы. Если будут короткие импульсы подавались, тогда да. Так как тут подаются не короткие, а даже с 55% скважинности импульса, тут инверсия идет. Тут вообще от ADS очень мало времени остается, и она же такой же самой длины почти, как даже не почти, а такой самой длины, как и накачка. То есть если там синус, то как входит, как и выходит. Очень странно все.